Экстрасистола – это преждевременное сокращение сердца. Тоны экстрасистолы слышны после тонов нормального сокращения сердца. Первый тон экстрасистолы ослаблен. При экстрасистолии типа бегемини за каждым нормальным сокращением сердца следует преждевременная, то есть экстрасистола. У данного больного второй тон экстрасистолы раздвоен. Прослушайте звуковые явления при нормальном ритме. Прослушайте звуковые явления сердца при бегемии.